темной паутине. А ты будь наготове с раллийной тачкой. Вот так вот. А сейчас мы добро пожаловать в прохождение игры. Закрываем. Алекс, твоя новая подружка просто прелесть. Похоже, она знает все о тебе, мне и все операции. Да, привет. Где она? В компьютере, наверное. Где же еще? Если ты вдруг не понял, одно неверное движение, и Коберн нас раскусит. И тогда всему конец. Нельзя, чтобы какой-то выскочка вмешивался в работу ФБР. Зои, она, возможно, все слышит. Точно. Привет, Зои. Ах ты! Так, иди сюда. Быстро. Все, вот так вот. Давайте сюда поедем. О, на ралли. И будем ездить на машинках. На хороших, больших машинках. Я так не разобрался, я сразу начал серию и забыл исправить баг. Баг-лаг. А, сейчас вернулся. Ну, наверное, просто игру надо перезагрузить, потому что... у меня уже запущено не знаю какой час. Наверное, уже третий-четвертый час. Даже, может, уже пятый час уже включено. Тут столько уже кэша, что, может быть, надо его очистить, то есть перезагрузить игру. Возможно. И за это меня лагает. Вот так вот. Фиф. Что-то реально тут жарко, может быть. У меня комп нагрелся сильно. Да, может еще комп нагреться и за это лагает. А будет это. Дать компа остыть немножко. А то такой... он тут такой вырабатывает иногда. Такие сцены. Особенно видеокарта. Боюсь, что мне видеокарта скорит когда-нибудь. Так, нормально. Бронза, бронза. 31 уровень. Это на плюс 5 даст. Ого, угадал, ничего себе. Нормально, нормально, я угадал вообще, зашибись. Нет. Так, мы почти приехали. Сейчас будем коробочки сносить. Давайте окно сейчас открою, подождите-ка. Опа. Нет. Да, Сёж, на чуть-чуть прохладнее. А так-то на улице жарко тоже. Ну так, кстати, не удивляюсь, что сейчас какое-то число, сегодня 24, да? Июля. Да, угадал. 25 аж. Хватит спать. Пора испытать твою новую малышку. Тут только что сбросили случайный груз прямо у нас под боком. Есть шанс обкатать тачку и показать боссам 5-10, что ячейка в Вегасе снова у руля. Что значит «хватит спать»? Роксана, я на месте. Хорошо. Постарайся найти груз. Я взломала передатчик, чтобы ты нашел дорогу. Слезь с картой, забирай груз и выбирайся оттуда. Ух ты. Вот этот поворот. Скриншоты, скриншоты. Да. Мне нужны данные скорости твоего внедорожника. Не сходи с трассы. Как можно выбрать оптимальный маршрут на таком монстре? Я знала, что ты поймешь. Я коробочку пропустил. Ну, а тут 20 штук можно пропустить. А больше нельзя. Такие дела. Просто тут дорожка. Опа. 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 Это все игра, это все игра, не переживайте. Не зря открылось, но надо было его потом открыть. После записи этой серии. Та-р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 а-
Ё-моё, ничего себе ты машинка даешь, вот это да, вот это трюки. Опа. А кто-то сейчас возьмет 4 коробочки. 5 аж. Если только не промахнется, конечно же. Давай, все, быстрее. Вот это я даю. Даже половина не зол, у меня время заканчивается. Хотя тут вот. Сейчас будет мой рай. Рай коробочек. Да, это только половина, Алекс, поднажми. Вот это она дает. Так кричит, что я даже испугался опять. Никогда так не делайте, народ, никогда. Не знаю, сколько коробки уже пропустил. Но это нехорошо, что я их пропускаю. Финишная прямая, Алекс. Прошу тебя быстрее. Да-да-да. Сейчас все будет. Алекс, ты едешь слишком медленно, прибавь. Раз, два, три, четыре. Ай-яй-яй-яй, две штучки не хватает, подожди. Нормально еду. Кисайся. Все нормально. Я все сделал. 27 уровень. Виталий, изи XP. И бронза, конечно же. У меня таких заданий пока что рано идти. Вот через серии 6, может быть. Я уже могу даже на стрибора, даже на золото есть возможность все сделать. Я закончил, что теперь? Дело пошло. Мы уже получаем заказы и заявки на перевозки с восточного и западного побережья. Похоже, горная ячейка снова заявила о себе. Видела бы меня моя классная руководительница. Я проверила Роксану. Она говорит правду. Так что теперь она в команде. Такой человек нам пригодится. Хорошо. Одно неверное движение, и я все бросаю. Но пока работаем по ее плану. Выясни пути перевозки контрабанды. Это поможет выйти на Коберна и Бритву. Новое задание на карте. А, ты сейчас сказал, нас послушают, это очень жестко. Это даже слегка обидно. Так, давайте сюда зайдем. Просто мне интересно. Мне просто интересно, и все. И не более. Мне просто интересно, народ. Просто интересно. О, ну молодец, игра. Ты зависла. О, боже мой. На что только подписался. Эх, ладно, народ, сейчас перейду обратно. Так, продолжаем. Я проверила Роксану. Она говорит правду. Так что теперь она в команде. Такой человек нам пригодится. Хорошо. Одно неверное движение, и я все бросаю. Но пока работаем по ее плану. Выясни пути перевозки контрабанды. Это поможет выйти на Коберна и Бритву. Новое задание на карте. Монстры. Да подождите, ну у меня же это все есть. Я обиделся. Я на вас обиделся. Эх, я так надеялся, что это сделаю. Ну, погнали. В эту гонку все равно делать ничего. Погнали. Привет, Чика. Алита, как дела? Хорошо. Твоя девушка попросила меня устроить тебе встречу с местной верхушкой. Она не моя. Неважно, продолжай. Это твоя первая встреча с крутыми. Произведи впечатление. Кидаю координаты. Алекс, ребята из 5-10 скоро будут. Без них наш план не сработает. Ты же теперь V4, не забыл? Точно, я же V4. Я же крутой парень теперь. Эй, рады видеть в наших краях. Хочешь прокатиться? С радостью. Само собой. Пошли. Поехали. Я рад. Вообще. Я вообще не против ехать.
Да, особенно выигрывать. Чувак, ну куда ты с телефоном? Покемонов ловит, ё-моё. Шутки про покемоны. Я даже не знаю, когда это видео выйдет, еще актуально будет покемон или нет. Не знаю. Напишите в комментах, актуально или нет. В это время, когда это видео вышло. Напоминаю, мне 25 число. Сегодня. Июля. Вот такие дела. О, кто-то нет. Мне казалось, что он вылетел. Откуда-то просто, знаешь, так поднялся этот никнейм. Mazda Racer. Ха-ха. Все. Да на я он вылетел вообще. Он врезался в эту фигню. Я вообще сейчас на изи впереди. А, вру. Он за мной гонится. Это уже другая машина, кстати-ка. А его я еще не скидывал с дороги. Сейчас все будет, не переживай. Чтобы их выиграть, даже потеть не надо. У меня машинка достаточно мощная пока что. Но все равно она будет скоро менять на более мощную машинку. И повторять гонку за мной. Не слабые. Они слабые, слабые. Да, сейчас покажу. V4, версия 4, как сокращенно. Я версия 4. Был версия 2, теперь версия 4. Ну, уже давно как бы, ладно. Он мне только сейчас напоминает об этом. Ну, ладно, всякое бывает. Ну, чё, давайте тебя сносим с дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, все нормально. Бомбит. Бом-бом-бом. Как я так врезался прям всю холсту? А вот это было странно. Это было сейчас очень странно. Ё-моё, как я втюхался в эту машину. Кто знает. Чё, толкнем его? Буду знать, как со мной тут связываться. А со мной связываться тут не надо. Я бы в траву заехал, все-таки не побоялся, да? Опа. Даже тачок меня догоняет. Они оба меня догоняют. Нормально? Я бы его толкнуть. Ну ладно. Не толкнул, так и ладно. Бывает. Жизнь огорчения. Бампер, чинись, наконец-то. Вот это было жестко. Вот это было жестко. Все, надо рестартить. Вот, уже плохо. Вот это уже было очень плохо, народ. Это было очень-очень плохо. Очень плохо. Алекс. Он даже машину не починил. Ты опять Pokemon Go выгораешь. Посреди дороги ходят. А вот это было жестко. О, все понятно. Опять заново. Опять заново. Ё-моё. У меня один вопрос. А что я так резко направо поехал? Даже не заворачивал особо. Покажи им, на что способен V4. Я боженька, всегда дорог, ё-моё.
Наконец-то машинку починил. Ну, хоть задняя часть теперь приятно выглядит. Вы что, издеваетесь, что ли? Я не могу понять этого. И выкинули меня вообще в попу. В прямом смысле этого слова. Вообще кирдец. Как мне тебя первое догнать? Нет, я могу, конечно, попробовать догнать его. Но это будет очень сложно. О, гражданский! Бомбит! Да задолбала. Давайте, дайте мне выиграть эту гонку наконец-то. Первая попытка была всегда самая лучшая. Покажи им, на что способен V4. Понятно. Вот, сейчас будет намного легче ехать. Таким видом. На тебе. Ух ты, он хотел меня подставить этим. Прикольно. Не очень. Шучу. Кстати, у него тоже додж. Какие у меня то такое. Алекс, ты просто молодец. Я знаю. Я знаю. Best. Я тоже знаю, да, молодец. Куда вы без меня? Правильно, никуда. Хоть ты моя. Ух ты. Чё, куда ты тащишься? Алекс, я не такое впечатление имела в виду. Всё. А ты, парень, не промах, как я посмотрю. Ну, я V4, я в отличие от вас. Как вы не понимаете? Выиграть V4 не так уж легко. V8 я вообще на изи вынесу. Даже париться не буду. Когда победишь, спроси этих парней про Дарью. Она скрывается где-то среди местных 5-10. Хорошо. Гарри? А он что тут делает? Так, тихо. Тихо, опять ты сюда заехал! Боже мой, ну ты чё за машина-то такая, а? Опять ты заехал в этот грунт. Как и в прошлый раз, причем, если вы помните. Точно туда же. Это меня раздражает очень сильно сейчас. Вот очень сильно раздражает. Вот плохая машина. Еще ты в эту гражданскую... Ударите гражданских отсюда, а? Из этой игры. Полностью вообще. Ставьте только эти. Реальных игроков и все. Гражданские, они вообще тут не нужны. Они мешают вообще всему. Всей моей жизни. Во всех гонках подряд. Дайте мне мод, который удаляет всех гонщик. Этих. Или, по крайней мере, сквозь них я могу ездить, а враги нет. Вот так. Еще немного, парень. Чё, это финиш? Боже мой, меня бомбит просто. Вот сейчас я могу вынести компьютер просто так. С окна выкинуть его. Хотя, нет, не буду. Но сделал бы, если можно. Если миллионером был бы, я это сделал. Молча. Народ. Потно. Yes. Easy. Пизи. Нам было мощно просто сидеть и играть. Я бы проехал бы спокойно с первого попытки даже. Вообще, вот золото. Вот. Смотрите, кто тут мастер? Я тут мастер, конечно же. Кто тут еще может быть лучше меня? Никто. 26 вообще. У нас почти 500 мощность машины вообще. Сил разнесу. А ты хорош. Метка не лжет. Я ищу девушку из здешних 5-10. Дарья, знаете такую? Не, но я поспрашиваю. Yes. Я их сделал. Правильно? Кто я бы еще и сделал? Никто, кроме меня. Yes.
Хвалит самого себя, это круто. Как я думаю. Так, хорошо. Ну, мы как раз по пути. Тут разговаривает, как это человек из игры. Ну, как раз по пути. Ха! Попробуй меня врезаться. Вынесу. Моментально. Просто. Да. Да. Ну, увидимся, наверное. 13 километров тащиться. Если что-то буду говорить, я включу запись. Ну чё, уже 3 километра могу включить запись. Я думаю, почему бы и нет. Сашка, на этих вот эти фигня, не так легко заработать. Смотри, $200 уже. Кстати, да? $700 просто, знаете? Изи. Вообще круто. Так бы в реале деньги зарабатывать. Я бы с радостью был. Ладненько, ладненько, ладненько. У-у-у. Классный прыжок. Называется. Фигнюшка. Игра, по крайней мере, сейчас не подлагивает. Сейчас она идет плавно. Иногда идут маленькие глюки, но... Прогрузка мира, наверное, фиг знает. Все, погнали вот так. Без дороги просто. Да, я знаю, суперкар, это за суперкар. Не зря я её написали супер. Все, погнали. Плюс 3 всего лишь-то. Не, обидно. Алекс, у нас появился первый заказ. Нужно забрать со склада полиции груз для какой-то шишки из 5-10. Координаты я скинула. 50-30 будет. 530, точнее. Алекс, пришло время ралли. Заберешь груз на точке посреди бездорожья. Поторопись. Что это за груз? Похоже, это что-то, что он хотел припрятать получше. Это что, взяли, что ли? Нужно держать темп, чтобы успеть в срок. Нам это важно, Алекс. Тебе это важно, мне это не важно вообще. Только тебе. Так. Хит ты, черепаха. Да, там у нас дорога такая, знаете, вот такая. Дорожка. Прям дорога для всех. Как машина? Неплохо, учитывая местные условия. Бездорожья, но и копов нет. Оставайся на месте. Да будет так. Чё она сказала? Ладно. Бывает. Пропустил всё, весь разговор. Так всегда. Угу. Ну и чё? 7 километров тащиться. Прикольно, еще прыгать будем. Еще один раз. Прикольно. Мне нравится. Прямо ему весело, наверное, там сидеть. Ух ты. Еще будет еще один прыжок. А нет, не будет, ладно. Ну там будет прыжок. Ой, тут будет, должен был бы. Что-то машину стало заносить, не странно. Так, где-то тут будет прыжок. Мы должны взлететь. Нет, плохо взлетели. Не очень. Где тут супер прыжок? Я хочу прыгнуть нормально так. Прям взлететь. Трамплин дайте. Эх, давай. 3 километра осталось. Слушай, ты же не водитель. Как ты вообще до этого додумалась? Все дело в правильном подборе данных. Знаешь, что такое регрессионный анализ? Никаких зацепок. Именно. Штука в том, Алекс, что я умная. Очень-очень умная. Это самооценка просто раз. Вообще. Ей, это было прикольно. Высоко, как прикольно. Ай-яй-яй-яй, тихо. Опа. Прыгай.
О, да, ему, наверное, это весело сидеть. Вот я бы посидел бы там, попрыгал бы на таких ямках, скобочках, ямки. Мамочки, мамочки. Тихо, подожди ты немного, я тут это чуть за дороги не слетел. Я думал, что я сейчас не возьму эту контрольную тачку, я там миллиметром схватил ее. Ой-ой-ой-ой. Воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Мамочки. Мамочки, ты. Закрю, это же не Assassin's Creed. Ё-моё, ты чё по стенкам прыгаешь? По горам лазит, ё-моё, машина. Ё-моё, игру перепутала, машина, походу. Это тебе не Assassin's Creed. Ё-моё, машинка. Полегче надо было. Прыгает, как не знаю кто. Все, зашибись. Вот такие дела, народ, вот такие дела. Все, груз доставят. Не думал, что работа курьера может быть такой. Веселый. Хорошее время, хорошие деньги, Алекс. Наш план работает. Машина? 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 А чувствую это, чувствую раз, о, все, чувствую, чувствую, чувствую. Как это развалина, о, чувствую запашок, о, чувствую, какой я сейчас возьму-ка я ее, а. Давай, машинка, ты сможешь. О, чувствую запашок, о, как мордорчик там дымится, о, чувствую, чувствую, чувствую. Ой-ой-ой, ой, как хорошо-то чувствуется. Просто не могу. Ой, как сильно чувствую запашок машины. Яма. Сейчас посмотрю быстренько, где она. Ай-яй-яй, тихо. Она может быть где угодно. Вряд ли она тут стоит. Наверное, где-то вот тут. А, я точно не сюда. Я понял. Сейчас с другого места заберемся. Я хочу эту машину взять. Она прям справа. Нет, отсюда мне не забраться. Мне надо отсюда забраться и оттуда ехать. Кажется, еще выше надо. Мне по-любому надо еще выше забраться. Или хоть по этой стороне проехаться быстренько и все. Машинка где-то тут будет, это точно. Где она? Где-то они запихали машинку, ебаную. Так, вот наша следующая цель. Продвигаемся. Масерати. Прям краешек в краешек. Ух ты, забыл.
Увидимся в задании, наверное. О, прикольно. Да, увидимся около задания. Все равно заговорить нечего. Набраться опыта перед следующим заданием. А, я испугался. Зачем опыт? Я же профессионал. Куда мне опыт нужен? Эх. Опа. Опа. Опа-на. Опа. 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 Опа, 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 опа. Ё-моё. Сейчас все будет. Хе-хе-хе. Го, гагашеньки. Бугакашеньки. Вот такой я человек. Хитрый, хитрый. Да-да-да, это еще не то слово. Че, прямо, да? Ну, поехали прямо. Ха, так уж и быть, 5 километров. Сейчас приеду. Меня опять понесло по этой фигне. Прикольно. Ух ты. Все, так остаю. Все, вот так. Все, вот так, все. 3 километра остается у нас. Разгоняется 123 километра в час. У нас максимальная скорость где-то 215, если я помню правильно. Если ехать по прямой, да? У нас более такая быстрая машина. Вот это меня запихнули. Где я? Ё-моё. Странное заваленное. Не самолет, я бы тут побегал бы. Мамочка, хорошо, что она не взорвалась. Ой, что-то бомбануло. О, видали, да, как я красиво объехал. Есть работа как раз для раллийной тачки. Ты в деле? Раллийная? Опа. Черт, здесь копы. Не могу подобрать груз. Что? Копы! Здесь уйма копов! Сваливай! Отличный план. Пи-пи-пи-пи, Сюс. Нет, вертолет! Иди в попу. Эй, как успехи? Шикарно! Проклятие! Мы знали, что копы держат штат под контролем, но такого точно не ожидали. Придется тяжко. Ты мягко сказала. Можно вернуться на дорогу? Нет, ну ладно. Слышь ты, где в попу? Открываю огонь на поражение. Какой огонь? На нормально? Вертолет, уходи. Наконец-то. Не надо. Мы почти потеряли цель. Принято. Усилить погоню и ждать дальнейших указаний. Внимание, воздух. Прекратить погоню. Следуйте по новым координатам. Поняли вас. Центр, прекращаем преследование. Ей! Весело. 5 звезд. Ей.
Скоро 40-го. Золотая метка. Смотрите-ка. Это я даю. Вообще. Плюс 18 в нашей машинке. Скопов я стряхнул. Ух ты. Хорошо. Но все же это провал. В следующий раз будем осторожнее. Да, главное, больше не посылай меня в самое пекло. Это что сейчас было? Это ты, V4. Я тот парень, с которым ты гонялся в Вегасе. Алита дала мне твой номер. Что за дела? Я тут поспрашивал про ту девушку, Дарью. Все плохо. Пару месяцев назад она подцапалась с бритвой. Он убил ее, старик. Пристрелил. Спасибо. Роксана, ты это слышала? Да. Мне жаль. Похоже, мне пора идти. Роксана, черт. Надо ее найти. Мне надо ее найти, я понял. Это мое задание. Ее найти надо. Хотя, знаете что, она же это... Она же это... Как сказать, хакерша. Мы ее же не вычислим. Потому что она же может менять местоположение себе. Это же элементарно. Элементарно, Ватсон. Ладно, поедем, что ли, задание. Сейчас скоро увидимся там. А хотя нет, спасибо, что смотрели. Пока не наберешься опыта, тебя там в асфальт закатают. Всем пока.